Ну вот хотелось снять картинку под финал, как по приказу генерала все исправляется, но пока не получается. Генералы тоже решили ретироваться. Вас тоже не слушаются, да? Я глаз не слушаются тоже? Ну некрасиво же. Нам не подчиняются. Я понял. Ну так хоть пообщаться, ну некрасиво же, но. Сейчас первые лица приедут, а тут стоит посредине дороги. Мы передали руководителю по желанию. Надеемся услышать. Все услышал вас, спасибо. Вот так вот. Никто никому не подчиняется. На этом, я думаю, что и закончим. Все поняли. Канал Движение представляет. Друзья, подписывайтесь на канал Движение Travel, и там вы увидите много интересных видео из разных стран. И вот таким образом у нас, видимо, отпевание происходит нашего бывшего мэра. Здесь вообще прекрасно, места для инвалидов. И все вот это вот у нас инвалиды. Да, самокритично. Ну, еще одна разминочка, запрещающая стоянку, остановку, и машинка сотрудников. Значок есть, разметка есть, машинка тоже есть. А те, кто не уместился на дороге, паркуются на тротуаре. Просто прекрасно. И эвакуатор-то их отсюда, наверное, из-под деревьев не забирает. Здрасте. А вот тут буквально в 70 метрах от вас, вот прям в прямой видимости, парковочка на тротуаре. Может, как-нибудь сообщили? Сообщили. А у меня таких машин порядка 4 штук. Да, спасибо большое. Ну вот КамАЗ ничего не стесняется, а вот этот КамАЗ стесняется, номер прикрыл. И автобус стесняется, тоже номер прикрыл. Странновато как-то. А здесь вообще номер снял. Красавчик. Такого и не запалишь. Все правильно. Ну вот, на глазах у большого количества полицейских. Я думаю, что будут посещать первые лица государства это мероприятие. Несколько телекомпаний, мировых СМИ, федеральных. И на открытой для проезда улице посередине стоят две машины. Просто стоят, просто припарковались. А две, это я погорячился. Их не две. Их три. Их четыре. Возможно, даже и больше. Ну и, конечно же, большие боссы здесь. Сила есть, можно нарушать. А кто у нас нарушает? 5 СБ. No name, АГУ, МВД. А здесь кто у нас? 2 СБ. Там дальше не дотянусь, не увижу. Ну и напомню, все это великолепие с прикрытием выходов из метро, нескольких улиц, переулков ради отпевания одного из бывших мэров Москвы. Как вы думаете, Первый канал покажет про то, что стоят сотрудники полиции
посредине дороги с нарушением? Думаю, что нет. Полиция Прудникова, чем могу вам помочь? Здравствуйте. Доверие Главного управления МВД России по городу Москве. Старший оперативный дежурный, капитан полиции Прудникова, чем могу вам помочь? Здравствуйте. Хотел сообщить о нарушениях сотрудниками полиции. Что нарушает? Посредине улицы стоят припаркованные автомобили. Я думаю, ДПС написано, да. Я без включенных маяков. А что значит в среди проезжей части? А здесь между, три ряда с одной стороны, два ряда с другой стороны, и посередине такая разделительная, как полоса. Вот они на ней припарковались. Значит, они стоят на разделительной полосе. Да, да, совершенно посередине, да. Здравствуйте. А обращение можно? Просто столько СМИ, мероприятия, а машинки стоят без маяков. Можно попросить, чтобы на разделе, которые стоят, дорога-то не перекрыта, основная Волхонка. Ну, чтобы красиво было, чтобы не нарушали машинки ДПС. Просто... Ну, конечно. Ну, просто снимают же телекомпании. Ну, хорошо. Спасибо вам. 12-е. Вот, целому генералу как бы пришлось сообщить, чтобы нюх не теряли и включили маяки и не нарушали. Что, приказы генерала не выполняют? Что-то не слушается генерала. Потому как маяки так и не включили. Кто же те смелые люди, которые не слушаются генерала? А это простые ДПСники. Им плевать. Ну вот хотелось снять картинку под финал. Как по приказу генерала все исправляется, но пока не получается. Генерал тоже решили ретироваться. Вас тоже не слушаются, да? Я говорю, вас не слушаются тоже? Ну, некрасиво же. Нам не подчиняются. Я понял. Ну, так хоть пообщаться, ну, некрасиво же, но... Сейчас первые лица приедут, а тут стоит посередине дороги. Мы передали руководителю пожелания. Понятно. Надеемся услышать. Все услышал вас, спасибо. Вот так вот. Никто никому не подчиняется. На этом, я думаю, что и закончим. Все поняли.